Всем привет, с вами снова Blacks325, и давайте нам свежесть. Ну давайте, что же, начнем дальше вот играть в эту замечательную игру, которая называется Subway Surfers. Давайте начнем. Офигенная игра, обожаю ее. Что же, новостей-то как таковых таких-то нет, вообще нет таких новостей таких-то нет. Там новости, у меня 700 подписчиков, все поздравляю меня, пишем в комментариях. А ну так, все, больше вроде ничего нет. Вы сейчас спросите, зачем я ударился, а я вам отвечу, потому что тут такая миска есть. Короче, врежьтесь. А нет, не врежьтесь. Стамбул, что такое стамбул. Наверное, вот так вот. Опа, опа, опа! Вот так, да? Нет. Я не знаю. Буду пропускать что-нибудь. Нахер не надо. Все равно тут деньги не коплю, я только в обзоры делаю с вами. Да чтоб ты сдох! У меня 2000 уже. Их как раз надо на миссии потратить. Тара-та-тарарам, пам, пара-па-парарам, пам, пара-па-парарам, пам, пара-па-парарам. Такая музон прикольная, я не знаю даже. Ну еще главное то, что я там появился в сети, новый пацан. Ну, он давно появился, но его видео заметили только совсем недавно. Это пацан под названием Кирилл Сочный, вы, наверное, все его уже знаете. С его песней «Освежи меня, дай мне свежесть, дезодорант». Здесь сестра, ты на меня, освежи меня, дай мне свежесть, ни на кого не пшикай больше. Вот это его песня, которая стала самой крутой сейчас в наше время. Даже не знаю, что мне делать. Самба, самба, самба. Даже не понимаю, как это произошло. Но мне не важно как бы. Вы же знаете, что мне не важно. Так, на самом деле, песня офигенная. А еще есть песня про еду. Про рынок есть его песня, тоже замечательная. Тоже у меня рука уже сдохла. Мышка. Реально неудобно, если честно. Я не видел! Глупый экран! Что там происходило? Все, подождите. Так. Пикап. Там вот это пропускаем. Молодец, молодец, просто офигенный. Ну, давайте по последнему забегу, что ли. Но на самом деле, свежесть — это очень крутая песня. Свежесть — это всегда важно. И Call of Duty. Просто Duty. Также я хочу вам напомнить, что 29, 30, 31 контакт не будет работать. И в школу мы тоже не будем ходить в это время. Вот так вот. Что за бред? Что, рехнулись, что ли? Давайте еще раз. Я просто не туда нечаянно нажал, слишком высоко мышку поднял. Ну вот, вот 29, 30, 31 мы не пойдем в школу и не будем это. Ну, это, контакт еще закроют. Это вот так вот. Печалька. Ну то, что в школу не пойдем, это не печалька. Ну конечно же, это наеб. 29, 30, 31 нет таких частей. Февраль заканчивается 14 февраля. Да? Да. Ладно, шучу. 28-го тут. Сегодня невысокосный год, да? Невысокосный. Я просто их вообще не знаю, как они различают. Да ну их нахер, вообще не надо нам это знать, музыканты. Музыканты, они на то и есть, чтобы ничего не знать. Чтобы только сам букву качать. А? Ну и... Вот зачем тут экран так поворачивается? Я не понимаю, зафига. Это как будто мне поможет проходить. Нет, это мне не поможет проходить, знаете ли. Я из-за него ничего не вижу. Ни черта не вижу. А тут мне нужен был магнитик. А его нет. Опять. Я не вижу, куда поезд едет-то, а? На какой ветке-то? Самбо, еще две буквы. Так, мы уже долго бежим что-то.
Может, на новый рекорд выйдем. Наверное, выйдем. Я всегда знал, что тут это подвох. Да лёг кран, стань нормальным-то, а! Спасибо. А, нет. Ты решил мне отомстить. Спасибо. Видели? Я выжил! Я выжил! Ура! Ура! Я выжил! И у меня сейчас кончатся ботинки. Все, конь уже кончились. Я не хочу тебе помогать. Я хочу, чтобы ты... Опа, горностай! Отлично! ББС! Е, новый рекорд! Да и он бы так был. Так и так. Мега глюк. Даже не знаю, что сказать. One Head Star. Сколько у меня? Ну, 24 тысячи! Поздравляю вас, дети мои! Поздравляю! Ну все, с вами был Black325. Всем удачи, всем пока. Берегите себя, пока.